В КХЛ прошла целая звездная неделя, которая завершалась в Москве сначала мастер-шоу, а затем и блиц-турниром сборных дивизионов КХЛ. Изначально от Северстали должен был участвовать лучший бомбардир команды Данил Вовченко, но он получил травму, а потому в Москву поехал другой нападающий Егор Морозов. Он только в этом сезоне вернулся в КХЛ, и сразу такая честь. В звездной компании Егор не растерялся, достойно выглядел на мастер-шоу, а в игровой части был еще заметней. Он выступал в составе команды, представляющей дивизион Боброва. Кстати, ему компанию, помимо прочих, составил и воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачев. В первом матче сборная дивизиона Боброва победила соперников из дивизиона Чернышова со счетом 7-4. Весомый вклад сделал Егор Морозов. На счету череповецкого нападающего 4 очка за результативность, 2 гола и 2 передачи. Кстати, одну из шайб Егор забросил с передачи вратаря Юлиуса Гудачка, который также провел сезон в Северстали. Не особо сложно, мы пытаемся доставить болельщикам удовольствие и больше голов в каких-то зрелищных моментах. Эта победа позволила команде дивизиона Боброва выйти в финал, где они по буллитам со счетом 7-6 обыграли сборную дивизиона Тарасова и завоевали главный приз, а также памятные медали. В этом матче Егор отметился еще одной результативной передачей. Что еще нужно для дебюта в звездной компании? Ну классно, что выиграли, все хорошо, все довольны и доставили болельщикам удовольствие, и себе, и всем, я считаю, все очень круто было. Сегодня Егор уже вернулся в Череповец и готовится к продолжению чемпионата КХЛ. «Северсталь» следующий матч проведет 23 января в Москве против «Спартака». Владимир Сентябрев, новости.